В густом дремучем лесу жили кот и пес, еж и медведь, заяц и лис. Кот жил в доме номер один. Он носил очки и все время что-то чертил и изобретал. В доме номер два жил пес. Он был пожарным. Это был очень опытный пожарный. Но в лесу никогда не было пожаров, и потому пес работал спасателем. Правда, и спасать было некого. Чтобы не сидеть без дела, пес стал разводить прекрасные алые розы. Музыкант Ёж жил в доме номер три. Днем репетировал, а вечерами играл для друзей на скрипке. Медведь сам построил себе дом под номером четыре. Все своими лапами. Такой это был мастер-строитель. В доме номер пять жил заяц. Как-то в детстве ему подарили краски, и заяц стал художником. Лис жил в домике номер шесть. Это был обычный лис. Четыре лапы, два уха, один хвост. И лис этот абсолютно ничего не умел. Лис был очень зол. «Я должен отомстить», — решил он и стал думать, как это сделать. И ведь придумал. Но у этой истории оказался неожиданный конец. Кто
вылепила эту красавицу? Дело в том, что еж, возвращаясь с репетиции, увидел пластилиновую зайчиху и подошел к ней поближе. «Это мраморная скульптура?» – спросил медведь. Пес только молча разинул рот. «За такую работу я бы поставил 5, – сказал кот. И тут все поняли, что зайчиху вылепил лис. «Ты же скульптор!» – сказали все. «Настоящий скульптор!» Заяц согласился с друзьями, но на всякий случай убежал. И лис не стал за ним бегать. У него теперь появилось занятие поинтереснее –